Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это продолжение моей партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного продолжения просмотра. Блин, мне надо открыть вообще-то орошение скорее, чем деньги. Вообще, как-то могу орошение ускорить хоть где-нибудь? Что у меня, смотрите, у меня тут чай, тут вино, ну, для плантаций. Вот рис, а тут могу поставить город. Давайте думать, здесь я все равно до янтаря не дотягиваюсь, да? То есть я сюда буду ставить. Просто если я сюда ставлю, то у меня слишком мало клеток с производством остается. Если я тут поставлю, то я еще кампус у меня сюда влазит, например. Ну почему нет? Что я бы сюда поставил просто. Купил бы здесь рабочего и здесь обработал рис. Так, и орошение бы ускорил. Тогда убираем. Давайте. Астрология мне не нужна. Давайте, наверное, откроем наших... Давайте колесо, потом наших наши легионы. Откроются. Hey, Sissy, what are your future development settlement direction plan? Who's asking? Person you're sending a friendship to. I'd like to make sure we're compatible. Okay. Yeah, I don't think I'm gonna have a problem. Uh-huh, I don't think I'm going up to Mohenjo-daro. Yes. Probably to that camp. Probably. If that's your western border. Oh, by the way, can you kill that camp? Строители. I've literally dealt with so many camps this game. It's absurd. Я хочу этим строителям тут вырубить лес. Well, I drew out. Oh, I didn't see that warrior. Okay. I said I drew out the spearman. Spearman was. I pulled him out with a slinger. I thought you might have had your. Строитель. Yeah. Thought that might have been empty, but it. Давайте даже еще одного строителя. How close are you there, Spoon? How close am I to what? And who's that? Our scouts. I am Macedon. Ага, еще есть проход. Nowhere, yeah. You're literally on the other end of the map. Okay. Can't remember, he's Chandragupta. I mean, his scouts go like 50 miles per hour. Забыл поменять, когда игры развлечения открыл. Crazy barbarian experience. Все еще мало послов получаю. Так. Ну давайте размышлять. Вот теперь более-менее... Нет, давайте вот тут посмотрим. О, Кабул еще. Так. Куда еще влазят города? В принципе, я еще сюда могу тогда всунуть или сюда. Кстати, как вариант. Я не думаю, что индус доберется. Тут на побережье придется строить. Тут на побережье. Возможно, даже здесь. Ну сейчас вот этот я поведу сейчас на побережье здесь. Вот этого я, наверное, поведу сюда. Блин, а что я туда увел? Надо было как раз этим рабочим тут и вырубать. Так, открыли орошение. Открыли? Нет, не открыли. Давайте откроем орошение. Нет, даже так. Сначала орошение, потом деньги, потом обработку железа. Так, ну, здесь вот именно на холме надо ставить. Город. Будет красивый треугольничек.
Ага, вот он ведет поселенца. То есть мне надо быстрее. Thanks, чем он. Be careful coming through here. There's a ton of fucking barbs from every direction. Thanks. I've literally have five camps surrounding me. Sounds this like game. Fun. Playing against barb simulator. Давайте, наверное, воинов. I love how they're better, way better than AI. Это it's пройти absurd. Не могу. Like an AI sieve, you know. Индус куролесит до сих пор. Tactically, they're weird. A lot smarter. Так, есть усел. Кстати, еще одного. Я думаю, хватит. Хотя... Это пятый, это шестой город будет. Передаю Риму. Я вырубаю тут. Теперь передаю Остии. И ставим в очереди кампус сюда. Интересно, куда он повел поселов. Походу не на эту реку все-таки. Что-то у Александра Македонского. Ну, мне кажется, железо тут нету смысла обрабатывать из-за Этны. Она постоянно будет. И я думаю, надо пересаживать Магнуса. Хотя вот тут равнины, холмы, тут можно повырубать. Еще. Hey Spoon, can you move your warrior? I want to go through. Встал здесь. Thank you. Ну, видимо, сюда надо город куда-то везти, ставить. Пять ходов. Пять ходов. Так и так одинаково. Наверное, все-таки сюда куда-то. Поэтому надо тут идти. Возьмем Лян. Я покупаю. Careful, Cersei. Давайте Востью Лян. Yeah, it's... What is there more to the south? They're in every direction. I'm так, меняем, меняем, меняем. It's just hard to get through them. Like, I kill them easy, but they're just everywhere. Давайте библиотеку построю. Хотя, надо, наверное, коммерческий район. Блин, куда он идет? Он все-таки куда-то ко мне идет, мне кажется. Лошади, виноградик. Так, здесь мы больше поселенцев не строим.
А, мне надо еще все-таки вот сюда одного поставить, чтобы я был уверен в себе. Блин, а может этого куда-то сюда лучше? Тут как-то, ну, я понимаю, что тут этот янтарь, типа, мне хочется. Но тут только янтарь. Место-то так себе. Я бы куда-нибудь сверху. Другое дело, раз, два, три. Тут, по-моему, вот сюда, кстати. Вот сюда город может... Ладно, давайте мы пока так идем. Тут сейчас мне надо этим, наверное, рабочим просто исследовать территорию сверху. Так, воин, пропускаем ход. This is so frustrating. Spoon, can you move again? You really like giving my dude exercise, don't you? Maybe. Наверное, по-английски правильно perhaps. Perhaps. That is the third hurricane to hit my capital. Так, город. Все-таки это not способность Рима, capital, который сразу получает монумент и дороги. Another это что-то. Improvement. Да, надо вот сюда город ставить. Сюда город ставим. Сюда город ставим. Вот oh, сюда. No, да, где... где... Which scout? Или сюда лучше даже. India Spoon Scout by Diana. Давайте даже сюда. И вот здесь где-то на побережье, наверное, вот сюда. Давайте в столице последнего посела сделаем. В столице, потому что я понимаю, что отсюда ближе, но в столице он не теряет жителей. Так, в Аквилее надо строителей. Обработку железа открыли, верховую езду. В Анции строим амбар. Так, а сколько до конца? Еще 20 ходов. Легионы я открыл, осталось открыть бани. Давайте просто инженерное дело, даже без ускорения будем открывать. Ну, короче, ладно, он там не двигается, хер с ним. Ой, я забыл же... А, я мне... Тьфу ты, не за... Я забыл, что у меня есть еще второй этот караван, но мне-то его использовать негде, собственно. Я бы в этом городе вообще-то стены построил. Может, тогда пока инженерное дело и не спешить. Я вот прям поставлю город и сразу стены буду строить. Вау, чудо. Македония на кого-то собирается нападать. Не знаю, предупреждать людей, не предупреждать. Так, здесь... Finally. Пойдем к винограду. Сколько у него вообще зарядов? А, один. Hey, Rome, there might be a barb camp down there, I think. Все равно к винограду. И здесь к винограду. But the barb camps are such like little nooks that are so far away from my land, but I'm kind of the closest, so they just keep spawning at me and spawning at me. Oh, fuck. Не знаю, тут... Вообще надо идти отсюда в этот город всеми юнитами. То есть тут индус на меня точно не нападет, а вот мапучи может нападать, тем более во время Золотого века вот это очень неприятная способность, дебильная, я бы даже сказал. То есть ты не должен рядом с мапучи хорошо играть. Пуч
случае Александр в нормальных пиках. Так, строим здесь стены. Oh, great, the barb's got swords now. И куплю здесь рабочего. Дальше, Лян у нас еще не прибыло. Давайте назначим. Блин, может Магнуса все-таки пересадить? Может Магнуса все-таки в Остию пересадить? Тут как раз куча всего вырубать можно, да. Давайте мы так и сделаем. Блин, у меня два хода надо посела достроить. Два хода достраиваем. Давайте Рейну пока возьмем, не знаю, назначим в Равенну, чтобы клетки быстрее присоединялись. Не, он просто с этим тараном, что ли, ходит? Это интересно. Oh my. Может, зря. Все, в Аквилее недовольства больше нет, пускай растет. В Путиолах чисто производство. В Равенне производство рост. В Риме производство рост. В Остии рост производства. В Анции не успел выбрать. 6 городов у меня. 7-8. Блин. Кони. Ну придется атаковать. Ой, блин, там еще. Так. Надо, видимо, сюда сваливать. Так, еще один ход до создания посела, и можно будет пересаживать. Здесь, блин, тут еще, конечно, мрамор бы. Присоединить два хода. Ладно, тогда давайте сначала здесь так сделаем. Верховая езда открыта. Давайте мореходство с астрологией. Тем более тут галеры, очки можно будет взять на эпоху, если что. Так, здесь, чувак, идем мрамор обрабатывать. Так, я хочу с Мапучи дружить и союзиться вообще. То же самое касается индуса. Oops. Исторические хроники открыты. Где у нас там дипломатическая служба? Доведите население города до 10. Oh, I didn't die. Так, 50% может уже поменять. Даже если на один ход больше пройдет, тем не менее, науки зато нормально привалит. Не знаю, я должен, по идее, за один ход все-таки построить. Рим уже большой. Жалко, не обновляется сразу. Так, значит, я тут сейчас поставлю город. Кабул можно, кстати, завоевать будет. Он по лояльности не должен отваливаться. И вроде неплохой город. По поводу Гонконга надо подумать. Но я бы и Гонконг завоевал. Так, как бы мне от этих варваров куда-то спрятаться, блин.
Так, в Аквилее переключаемся на производство. В Анции тоже пока на производство, но тут скоро амбарчик достроится. Александрополис. Фига себе название. Так, пересаживаем Магнуса в Остию. Рейну я все... Ну да, давайте Лиан в столицу. Рейну я, пожалуй, пока оставлю в Равенне. Мне надо там... как можно быстрее один ход рост, значит, сюда. Клетки захватывать. Желательно, конечно, в сторону Мапучи. Так, ну, сюда. На побережье реки. Видите, и за один ход все-таки построилось. Отлично. Тут пока все стоит, как я хочу. Так, не успел выбрать производство, но надо сейчас поставить будет. Надо, наверное, рабочих построить. В Даракартуруме отличные компуса должны быть. Блин, 17 ходов, правда. Вот здесь плюс 4 кампус. Давайте пока рабочего сделаем. Довольство. Ну, давайте пока рабочего таки поставим. Дальше. Здесь строитель завершен. Тут давайте центр коммерции. Тут где-то надо... Или тут, блин, правительственную площадь надо придумать. Либо здесь. Вот и здесь сделать рома. Я бы здесь сделал. Поэтому давайте пока рабочих делать. Да, вот тут я буду делать ромашку. Значит, тут везде рабочие. Они пойдут там все нафиг вырубать. Поселение. Так, тут центр коммерции. Дальше идем. Ну, давайте пока ученичество. Тоже рабочего. Подумать, где центр коммерции поставить. Что-то я не успел походить. То есть слишком много городов строить надо было. Нет, производство говно. На золото давайте вот в пекун мапу. Где может открытые границы как-то, или тут уже через два хода может союз мапучи со мной заключит. Хочется верить. Так, этих тут мы оставляем, потому что буду вырубать, когда Магнус приедет. Здесь я уже вырублю, пожалуй. И в очередь поставлю кампус. У меня два театральных, два культурных города рядом. И я что-то вообще это не использую. Центр коммерции. Тут везде центр коммерции затапливает. Наверное, когда тут поставлю. Не хочу пока никуда посла отправлять. А, подождите, а Вильнюс что дает? Там, по-моему, за великих людей процент, да? А, нет, за высший уровень
Нет, вообще говно. Так, ну по науке я неплохо иду. У меня нету практически армии, но если я сейчас заключу союз с Мапуче, она мне и не понадобится. Иерусалим. Александр, да, кстати, я посмотрел еще. По правилам мы договорились, что захватывать можно только один город-государство. Так что мне либо Кабул можно будет захватить, либо Гонконг. Я думаю, что надо будет Кабул захватывать, он по лояльности точно у меня не отвалится. Как раз окружен Равенной и Дуракартурумом. Александр вообще никаких ресурсов. Рейна в Равенне. Ну тут кампус, видимо, здесь должен быть, в Путиолах. Так ведь? Хотя нет, даже вот здесь лучше. А, и тут холмы. Не знаю тогда. Ладно, вот здесь тогда... О, у меня тут еще киты есть. Черт, это я что-то не заметил. Киты надо обработать. Да и вообще два морских ресурса, наверное, стоит обработать, а не... Он объявляет войну Вильнюсу. Да, логично. Это логично для него. Так, один ход еще, Магнус, ждем. Будем тут все вырубать. Так, смотрите, где все? Вот для ромашки мы будем вырубать. Мы сюда двигаемся. Давайте поставлю... Тут у нас будет политический район. Да, кстати, что у нас с Мапуче в плане союзов? Он еще в них не вышел. О, Мапуче. Еще вообще далеко. Блин, мне не нравится его количество армии тогда. Но он только на Равенну может нападать. С другой стороны.
Вильнюс был быстро побежден. Так, ну я, наверное, буду правительственный район прям в Остии строить, только я его покупаю сначала в Аквилее, потому что на 20 монет дешевле эта клетка. Передаю в Остию. Вырубаем. Ставим правительственную площадь. Вырубаем. Добавляем сюда зал для приемов. Вырубаем. Так, прокачиваем губернатора. Нет, или возьмем губернатора. Давайте я, наверное, Виктора на всякий случай возьму. Пока посажу в Аквилею. Делать ли мне Гонконг сюзереном или пока не надо? Рапануи дает строительство Моаи, тоже пока не надо. Ладно, побережем послов. В Аквилее надо... коммерческий центр. О, встретил кого-то. А, блин, Махенджи-Даро. Так, центр коммерции. Здесь удаляем метку. Здесь вырубаем бананы. И переходим сюда. Рубить все любое в Остии под Магнусом. Так, в Риме у нас Лян. В Равенне у нас... Ну, тут надо военный лагерь. Ставить. Сейчас с новым патчем, естественно, прям не все надо вырубать. Но здесь в Остии у меня все на холмах. То есть я тут в производстве не потеряю. То есть я бы не вырубал леса, что... поэтому я не захотел вот здесь, например, политический район ставить. Потому что там леса именно что не на холмах. Я там... Ну, с другой стороны, если там ромашка вокруг политического района, то не важно, все равно везде надо вырубать. Но Остия... Странно, тут чувак какой-то, это уже не Александр Македонский, я его до сих пор не встретил. То есть он там вообще не гуляет какой-то. Давайте, может, с Мапуче... Право прохода. Так, я уже могу... Караваны посадить. Мапучи что-то очень медленно... А, ну у него 8 культур... Слушайте, а может мне тогда... У Мапучи 8 культуры и 13 науки. У него, конечно, сила армии 260, но он мне ничего не сделает с таким развитием. Он еще в античности даже. Мне бы с Александром тогда союзиться, вот в чем дело. Он уже там с кем-то воюет. Так, пока не посылаем. Махенджи-Даро. Там вообще куча этих... Ага, вот с кем он тут воюет? С этим он воюет, да? Кто это? Кхмер? Да, с Кхмером воюет.
Ну ладно, заключу. Что-то я Мапучи перестал бояться в связи с его развитием. Ну и хрен он сюда встал. Так, 9 ходов. Давайте бани строить. Я случайно библиотеку выбрал, надо что-то другое строить там. Блин, я все забываю про... Ну, я хочу Мапуча открыть город, туда к нему отправить. Караван. Алекс, can you move your scout, man? Come on. Will you accept my friendship? Or are you right next to me? Yeah. Yeah, can you move your scout? Thank you. Ну, воевать с Александром Македонским на его уникальных юнитах это жопа. То есть... Притом, что он, собственно, с этого имеет еще и науку как раз. Hey, Kree, he's like right on top of your land too, if you want to help split your land, split his lands with you. What do you think of that? Так, давайте мы Пингалу в Рим назначим. Давайте хотя бы мы сначала здесь купим тогда... А, уже не хватает денег. Все, тогда Пингалу просто в Рим. Лян в Анций или в Кумы? Давайте в Анций. Дальше в Кумах. Какой разведчик, блин. В Риме бани мы сделали. Давайте еще строителя. Тупо не успеваю вообще. I'll help you. I'm going right now, bud. Еще они там пилят хмеря, походу пилят к хмера. And you'll have a nice neighbor. I'll be your friend. Семь ходов до конца античности. Четыре хода, четыре очка мне даст легион. Еще сколько-то очков мне дадут триремы. Галеры, в смысле. Давайте строить. Плюс 100%. 17 turns, dude. Морских юнитов. Дальше, что по чудесам? Оракул. Что в Риме... О, Мачу-Пикчу. Давайте мы Мачу-Пикчу построим, реально. Это вот, кстати, очень неплохо. Причем, давайте, может, в Остии. Да, в Остии. Давайте в Остии строим Мачу-Пикчу. Ну... Мачу-Пикчу очень хорошее чудо. Как раз занимаем вырубкой. Все это ускоряем. Они там все воюют. Что нам только на руку. Так. Здесь китов обрабатываем. Китай. Встретили еще. Значит, мы еще двоих не встретили, да?
Вырубай, потому что тут центр коммерции надо ставить. А здесь гавань будет. Так, давайте эту на автомат я поставлю. Это чисто для исследования. И я получил... Так, сколько мне не хватает? 5 очков. То есть это легион и еще что-то. Мне даже, может, и легион не придется апать. Рынок. Ну, проголосовали за новым. О, тут... Тут что-то вот это мне... Не очень. Индуса. Может, он смотрит, типа, у меня нету армии. Давай-ка нападу. Джабалпур тут не очень. Ну, вообще 203 у него... Так, куда мне выйти, чтобы были не страшны его слоны? В порох надо. Вот так. Тоже на автомат поставлю скаутов. Yeah, at least block if you can with that scout. Так, тут мы вырубаем. Сюда давайте. Надо вернуться, если что, апнуть в легионы. Что-то меня смущать стал индус теперь. Хотя у него вот слоны, он не ко мне идет. Тогда ладно. Yeah, I'll take your religion there. Надо. Надо еще посадить Губера. Мне нужен ли какой-то прям город сильно? Рапану я точно не хочу. Махенджидару. Полное жилье от воды, как если бы они находились у реки. А у меня подобное нужно только для Анция. То есть стоит ли по этому поводу прям перекупать... Поэтому давайте Амани просто к себе назначим куда-нибудь. Например, в Дуракарторум, чтобы он влиял там, она влияла на города Индуса, предположим. Так, сколько ходов осталось? 5. Так, там кампус доделывается. Давайте тут шахты сделаем. Тут будет ромашка. Давайте здесь, наверное, шахту. Сюда влазит вроде как. О, Кри встречен. Ну, в общем-то, если я строю Мачу-Пикчу, то мне даже легион не надо апать. Я только одну нацию не встретил. Давайте шоколадно
виноград предложим Кри. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!